Потише. В то время богослужения с детьми отдельно занимается Виктор Николаевич. Хорошо. Оказывается, звезды тоже славят Бога. Вот это вот своим величием, своим видом. Мы когда смотрим, это там бесконечность нам открывается. Видите, все вокруг славит Господа. А теперь вопрос. Ну неужели каждый из нас не будет славить Бога? Да не будет, но тоже славить Бога. Кто-то читает, что поется вы мысленно или устами, когда все поют мирные лампы, и тоже пойте и славите Бога. Понятно? Да? Но отдохнули немножко? Богу нашему славу. Так, не ну давайте потихоньку заходим, не топайте только, и каждый на своем месте, девочки налево, мальчики направо.